Приветствую вас. Смысл человеческой жизни в том, чтобы найти себя. В том, чтобы найти свое место в жизни. Чтобы найти свой смысл, который захочется реализовывать, который захочется притворять в жизнь, который захочется как-то продвигать, как-то приумножать и прочее. Вот в этом и заключается смысл жизни. По крайней мере, основной смысл жизни заключается именно в этом. Что касается конкретного, индивидуального смысла, то здесь все зависит от человека, и вам просто нужно найти. Вам нужно найти свой смысл жизни, исходя из ценностей. Исходя из ценностей, вот, которые у вас есть. То есть вам бы вот вам бы поисследовать то, что вам ценно, то, что вам важно, и, соответственно, ответ будет именно в этой истории. Вот. То есть ответ будет именно в том, что для вас важно. Что касается того, что будет после смерти, то этого не знает никто. Разные мировоззренческие, так сказать, теории подходят к этому по-своему. Но я не думаю, что вас это волновало бы, если бы вы, допустим, значит, опять же, знали бы, если бы вы знали, куда двигаться по жизни, если бы вы знали, куда вы идете по жизни, вот, и так далее. То есть вот в этом случае, я думаю, вам бы просто это было бы неважно абсолютно. Вот. Такая вот история. Такая вот история. Такой момент ключевой. На мой взгляд. То есть вам желательно посмотреть на то, что для вас важно, да? Вам желательно посмотреть, что вам ценно, вот, и после этого, я думаю, что тогда уже будет все понятно, вот. Так что, то, что вы описываете, это, значит, ну, достаточно классическая история для человека, который не понимает, куда он движется, вот, ну, вообще вот, по жизни,
своей. Такая вот история. И, соответственно, на мой взгляд, работать в первую очередь нужно именно с этим. То есть работать в первую очередь нужно именно с вашим ценностным аппаратом, если угодно. Вот. Понимаете, какая штука. И тогда, я думаю, все будет более чем нормально. Вот. У вас все будет более чем нормально. Вот. Но это, конечно, возможно только при условии, только в процессе психотерапии, конечно же. Вот, никак иначе. То есть вам требуется помощь как раз в обретении смысла своей жизни. Вот так вот, я думаю, можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Смысл жизни, его можно только найти, его нельзя объяснить. Да, смысл жизни — это вот не то, что объясняется, это не то, что как-то вот открывается, да, это то, что именно находится исключительно только. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи, и надеюсь, что ваша ситуация разрешится.